Дело о сексуальном насилии над 9-летней школьницей из Ленобласти будут расследовать в Центральном аппарате Следственного комитета. Такое поручение дал председатель ведомства Александр Бастрыкин. После того, как Дзержинский райсуд постановил передать девочку матери, она живет в Австралии и придерживается нетрадиционной ориентации. Причем именно мать обвиняется в этом преступлении. Отец девочки, который 2 года назад увез ребенка в Россию, намерен обжаловать решение суда. Следственными органами Следственного комитета России по Ленинградской области расследуется уголовное дело в отношении гражданки Австралии 1992 года рождения, обвиняемой в совершении действий сексуального характера в отношении своей дочери 2013 года рождения, которая имеет гражданство России и Австралии и в настоящее время проживает с отцом на территории Ленинградской области.